Доброе утро, мои хорошие. Ну, знаете, доброе кому как. Сегодня 20 августа. И 20 августа детей начинается школа. Для меня этот день, который у нас 1 сентября, день знаний, это был день скорби. Совсем не доброе утро. У них тут уже была, ну как, линейка, да? Музыка, танцы, песни, они так все радовались. Но здесь дети ходят в школу чисто, ну, расслабиться. Тут их никто не мучает. Хотят учиться, учатся, не хотят, значит, будут позже учить. Вот так вот. У них, да ты шо, песни, танцы, пляски, родители. У них это такой огромный праздник. Ну, вот так вот. Я уже не стала выходить. Думаю, ради такого... Раньше вставать как-то не хочется. Так что сегодня деточки пошли в школочку. Ой, бог мой. А мы едем с Робертом в супермаркет. У нас закончилось все. Сейчас будет, заберу их. Они где-то с Бонней где-то гулять пошли. Я их по пути сейчас захвачу и поедем на шопинг продуктовый. Мы приехали в Лидл скупиться, уже побывали в аптеке. Взяли в аптеке, сейчас покажу вам, фронтлайн для Бонечки. И что еще мы взяли? И зубные эти палочки, чтобы чистить зубки. Такие вот палочки. И для Бонечки фронтлайн. Это от этих... От клещей, от всяких паразитов. А здесь предоставлено на доске товары, которые новопоступившие, вновь поступившие. И по хорошим ценам. Спортивные всякие. Кофточки, ветровочки, шлемы для этих велосипедистов. Детская одежда какая-то. Обувь даже с этой ручки. Вот набор инструментов, смотрите, какой классный. Да если кто-то мужчина рукастый. Так, едем вниз купляться. Welcome! Добро пожаловать по-шведски. Роберт пошел бы сигареты покупать. Говорит, иди спускайся вниз. Он специально так делает. Он не выдерживает со мной долго ходить. И он уже так приходит где-то в середине. А где ж тележки все, слышишь? Ни наверху, ни внизу. Куда ж складать? Тележки, наверное, увезли мыться. Очень часто здесь моют тележки. Здесь можно выбросить специально для пластика, для бумаги. Урны. Здесь также, я вам уже показывала, мы бутылки сдаем. Потом выходит талончик. Можно обменять его на денежку, а можно в счет вставить. Новые какие-то цветочки поступили. А херберчики осталось так, совсем их мало. А я же не купила в прошлый раз, ребята, я показала вам. Взяла, но потом я столько накупила, что мне просто уже в зубы их надо было брать. Я же одна была. Ну, что, мне, во-первых, тележку надо какую-то приобрести. Хотя бы такую. Сейчас возьму. Я уже взяла две коробочки. Это бэбики, томаты, помидорчики. И сейчас шпинатик вот я нашла. Опять мы на правильном питании. И шпинат я ем очень много. Очень вкусно. Я его обожаю. Сколько мне есть? Побольше. Тут всего 200 грамм. Он большой пакет вроде выглядит, но он утушивается на сковородке. И вообще его практически нет. На две порции. Ну. Вот так вот, ребяточки, выглядит здоровое питание. Так. Это нам все не надо. Ой, столько всего. Любовь моя. Она у меня ненавидит, когда мы на шопинг.
Отдала Роберту свою сумочку. Так, возьму еще сеточку авокадо. Он такой как раз будет временно, по времени созревать. Можно его постепенно. Would you like моцарины? Филе куриное возьму, котлеточки сделаю диетические. Роберту моцаринчики его любимые. And also you would like my business winner bread? Ну, конечно. Да. Я сейчас вам, ребяточки, покажу Роберта любимые пирожные. Они такие вкусные. Ну, что делать? Ну, что делать? Вкусно, но не для меня. А и вот эти багетики возьму тоже. Свежие на бутерброды. А Роберт обожает вот эти вот венербрёд. Венский хлеб, если перевести уже так досконально. Медблобер с голубикой. Венские, короче, пирожные с голубикой. Они такие вкусные, девочки и мальчики. Они так пахнут. И фоточки сделала. А еще есть такой винобед с ванилью. Тоже очень вкусное. Ну вот тут еще и ванилька, и варенье. Очень вкусненько, ребята. Я, короче, тут, когда подхожу к этому отделу, я в обморок падаю. Мазохистка. Еще и снимаю на видео. Так, ну сейчас я ему возьму. Тут круассанчики очень свежайшие. В Лидл очень вкусная выпечка. Очень. Какие круассаны. Ой, какое все, ребята. Вы верите, я слюну сейчас захлебнусь. Так, секунду. Взяли Робертушке этот венский хлеб. Венские булочки вкусные. Багетик. А вот это, ребята, стенд. Я не знаю, по-моему, уже прошел этот крафт проскива. Праздник раков. У меня видео есть, в прошлом году я снимала. Значит, празднуют. Они едят раки, вареных раков. Это целый праздник. Все украшается, все в таком тематическом стиле. Ну, видите, уже раскупили, наверное, закончился этот праздник. Салфеточки вот в таком стиле разукрашенные. Все в раках, тарелочки. Наверное, уже прошел этот праздник. Специальные для раков ножички. Всякие, видите, зонтички. Эти зонтики, господи, как они называются? Флажочки, зубочистки. Короче, закончился уже этот праздник раков, наверное. У них все к этой теме было посвящено. И раки повсюду. Ну, короче говоря, что у них каждый август праздник раков. Столы накрываются, в общем. Песни поют, выпивают. Вот так вот. Такой вот праздник. Так, это моя... Где-то делся мой муж. Дальше. Лазанья со скидкой. Она стоила 40 крон, 4 евро. А сейчас 2,50. Это очень вкусная, кстати, лазанья. Кто ходит в Лидл, если не пробовал, я рекомендую. Можете попробовать. Очень вкусно. Ее всего лишь только в духовку закинуть. Так, а мне ж мороки нет. Ужин-то готов. Все приготовлено. Ее только в духовку на... Сейчас я вам скажу, на сколько. На 200 градусов на 30 минут. Вот, 30 минут в духовочке. Все подготовлено, все абсолютно. Супер вещь. Взяли лазанью, зашли. Ну, это все так проходится вместе один отдел. Мясной, всякие колбаски, сосисочки. Паштеты, все, что ты только хочешь. Кто помнит, кому я высылала? Солями тоненькие. Тонюсенькие. Такие колбасочки. Я колбасочки сейчас не ем. У Роберта есть все. Можем двигаться дальше. А, мне надо сыр. Мне надо сыр. Типа фета на салатик.
А вот фета есть, греческий сыр. Здесь так интересно, каждый понедельник новое поступление, да, вот каждый понедельник новый товар, разный товар. Вот это уголочек, например, для тех, кто рисует. Альбомы всякие, смотрите, для рисования. Класс. Боже, какая красота. Кисти всякие, игрушки, развлекаловки. Газонокосилки. Мини-парничок такой вот. Боже, даже маленькая... Что это такое? Тумбочка какая. Робертушка, вообще спасибо ему большое, мой хороший. Я говорю, ты должен сегодня быть очень сдержанным. Он же нервный со мной всегда на шопинг. Говорю, потому что я ж тебя люблю сильно. Он просто махнул рукой и ушел. Где-то, не знаю, где-то пошел, потерялся по залу. Что здесь? Одеяло всякие. Ну, такое, сопутствующее. Для... Ой, даже перчатки. Для ремонта, где там что подкрасить надо. Это инструменты. Что такое? Мне не очень интересно. Кстати, а вот это хорошая штука. Закреплять что-то где-то нужно. Кто пользуется? Ой, ребят, смотрите, какие тут еще альбомы я нашла. Они огроменные просто. Обалдеть, для рисования. Ух ты. Вот оно мне надо. Ой, красиво. Прям А3, то есть А4 листа, это А3. Огроменные. Мы, да, любимый, сейчас пойдем. Да-да, так нудно, так нудно. Yes, it's just paper, but it's so beautiful, honey paper. О, это в клеточку. Ой, короче говоря. Я уже взяла оливковое масло, короче, нагребли. Ну, все, что надо, все салфетки, которые закончились. И кокосовое масло мне нужно. Вот смотрите, ребят, помните, я вам показывала, когда оно было в растаявшем виде? Вот, пожалуйста, оно желтое, вот это вот масло. А это масло, которое холодного отжима, которое полезное. Ну, оно все, наверное, полезное. Оно белого цвета. Видите разницу? И в растаявшем виде вот это прозрачное, а вот это такое желтое. Я возьму вот это. Хочу взять, попробовать какой-то... Кактус фикун. Кактус. Какой-то фрукт кактус. Я не знаю. Я его никогда не ела. Хочу попробовать. Он стоит всего лишь... Да сколько? 4 евро. Не, даже не 4. 30. Короче, 3,60. 3 евро 6 килограмм. А тут вот эта баночка. Баночка. Коробочка за... Почти за 2 евро. Слушайте, взять попробовать его. Возьму. Наконец-то вышли, Роберт вздохнул. Накупили, как всегда. Еще надо заехать в супермаркет для животных, купить Бонечке Royal Canin сухой корм. Он иногда, я миксую ему. У нас дождь такой, сейчас сезон дождей. Боже, я балдею. Я вся балдю. Зайчик нас ждет. Зайчик сидит и ждет нас. Да, сладкий мой. Ну, поехали дальше. Мы приехали в Бонечкин магазин. Это огромный супермаркет. Я уже вам его показывала. Какие кошечки. Какая кошечка я? Кошечка-прикошечка. Ой, вся батька. Сейчас куплю ему покушать. Эй-эй. Конечно, выбор, девочки и мальчики, я вам скажу, шикарный. Эй-эй. Все, что хочешь. Мне надо сюда, в отдел Роял. Так.
Вот он мой Йоркшир. Вот это для маленьких, Юречка. Юниор. Up 10 months. До 10 месяцев. А это уже адюльт. Более 10 месяцев. Можно кушать им. Иди, мой сладкий. Вот это Бонечкин папа такой. Иди, мой сладкий. Так, я беру ее. Сколько здесь? 1,5 килограмма. 199. Где сколько? 20 евро. Так. О, какие у них. А у нас кроватка лучше. Что это за кроватка, слышишь? Корыто какое-то. Хер знает что. Мягенькая должна быть. Понятно, что туда кладется подушка. Ну, корыто прям. Чертеж. Такого я не видела. А, вот это наша кроватка. Вот у нас такая кроватка. Удобно, ты что, он голову кладет, облокачивается, как в кресле. Такой. Ой, что там происходит? Зачем я уши закрыла? А что там происходит? Что, кастрируют? Роберт не говорит, ты там быстренько. Я говорю, конечно, любим. А ему ногтики, наверное, стрелят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Видите, она смазывает пудрочкой. Это когда ногтики стригут. Кровь может пойти. А, это хозяйка его шла. Ушки, уши закрыла женщина. Она не может слышать, как он кричит. Ну, моему бы они хер бы так подстригли. Кто помнит, ребятки, я вам показывала? По-моему, в трансляции в какой-то. А, как стричь, как я Бонечке ногти стригу. Да вы ж. Хе-хей. Тут огурочка идет. Хе-хе. Полным ходом, не буду мешать. Я тут долго тоже, кстати, в этом магазине не могу находиться. У меня аллергия начинается. Ух ты, мама мия. Так, моему Бонечку это на 10 лет. Нет, на 10 жизней. Так, ну все. А, еще какую-то вкусняху я ему возьму. И злёткому моему, злёткому, маминому зайчику. А что ж мы возьмем? Сейчас что-то возьмем. Он любит. Да он все у меня любит. Уже такие косточки. Сегодня прям мы его побалуем. Побалуем. Вот эти тоже вкусные штуки. Вот эта упаковка, ребят, стоит 400 грамм. 149 крон. 15 евро. Как я все не могу ему взять. А что же, или такие взять кости на палочке филе, или чистое филе, или вот такое вот с рыбкой, очень вкусное оно, кстати. Сейчас я подумаю, что я возьму, может я возьму маленьких разных три. Люблю я своего зайчика, взяла ему две больших упаковки, одну такую, филе куриное и с рыбкой. Я кормедлем. Роберт не выдержал, уже за мной зашел, любименький, хей-хей. Привет. Выходим и посмотрите, какая у них тут собака сидит. А она такая огромная, эта игрушка, боже. Ты мой любимый, ты мой самый красивый. Пошли. Бонечка Инкара, хоп. Короче, купили Бони, купила Бонечки. Любимому моему. Все, что ему надо. Ну сколько же мы скупили? Сейчас посмотрим. Да дофига. Дождик, боже, какая красота. Дождик, дождик, больной. Ой, господи. Я даже квиту. Купила ему те две больших. Сколько? Ну, 500 крон, на 50 евро. Ну, ему этого надолго хватит. Мои слетки. Да, вкусняшки. Кто купил тебе? Ой, вкусняшки. Хочешь? Я тебе знаешь, что купила? Курочку вкусную. Хочешь? Иди прыгай, сейчас дам тебе. Ням-ням-ням. Прыгай ко мне сюда. Прыгай. Дам тебе. Ням-ням-ням-ням-ням.